Ремонт в Одесском доме профсоюзов идет полным ходом. Большая часть восстановительных работ уже закончена, но работы, по прогнозам работников учреждения, продлятся еще не менее 3-4 лет. Изначально на реставрацию здания рассчитывали потратить 10 миллионов гривен, но из-за инфляции эта сумма почти утроилась. В стадии завершения левое и правое крыло у нас, остались отдельные кабинеты. Центральная часть, первый этаж мы практически уже сделали, осталось одно фойе, которое будет тоже стоить где-то порядка 500 тысяч гривен. Почему? Потому что там обгорел гранит, его полностью надо восстанавливать. Это памятник культурного наследия. Деньги на ремонт собирают из профсоюзных взносов. Также частично помогают и профсоюзы других стран. Общая сумма таких сборов составляет примерно 500 000 гривен. Всего реставрационные работы охватывают более чем 50% здания Дома профсоюзов.